Дом «Амфибия» поможет спастись от наводнений. На сегодняшний день уже ни для кого не является секретом то, что климат на планете стремительно меняется. Во многих странах и даже континентах штормы и наводнения бьют все рекорды по масштабам разрушений и численности климатических беженцев. Естественно, что люди во всех точках планеты стараются придумать способы уберечь себя, своих близких и дома от стихии. Одними из самых заинтересованных в новых технологических и прочих усовершенствованиях являются жители прибрежных зон, где наводнения и тайфуны случаются чаще всего. Поэтому исследователи в области изменения климата, архитекторы и дизайнеры изучают и ищут новые решения для помощи людям в предотвращении последствий от природной стихии. Так бывший профессор из Университета Ватерлоо, Канада, по имени Элизабет Инглиш, разработала уникальный проект дома под названием Buoyant Foundation, который может подстраиваться под уровень воды при наводнении и тем самым спасти жилище от разрушения. Конструкция сооружения очень проста. Сам дом устанавливается на стальную раму, к которой крепятся пеноблоки, обеспечивающие плавучесть. Но при этом угловые опоры дома погружены в землю, что позволяет дому подниматься в случае наводнения, но не уплывать. Внешний вид дома практически не меняется. Такой дом более устойчив, чем дома на сваях, и не подвержен разрушениям от ветра и волн. Проект плавучего дома был успешно протестирован в Новом Орлеане, США. Для испытаний вокруг тестового дома был построен резервуар, в который закачивалась вода из соседней реки. Автор проекта утверждает, что идея плавучего дома не только проста, но и очень экономична при реализации. Возведение такого дома занимает совсем немного времени. Для строительства потребуется несколько рабочих. А все стройматериалы для дома очень доступны, что очень актуально при восстановлении жилищ людей в городах и поселках после удара стихии. Приглашаем ученых и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможности использования технологии плавучих домов. Если вам известны другие технологии, способные помочь людям в изменяющейся климатической ситуации в мире, присылайте информацию о них на почту info@geocenter.info с пометкой для климат-контроля. Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatra-science.org, а также в докладе ученых «АЛЛАТРА Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.